19 марта 2020 года в Чувашской Республике зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции. Больной чувствует себя хорошо, протекает в легкой форме, у него признаков заболевания нет. Больной госпитализирован, изолирован в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи. Этот гражданин прибыл из Бразильской Республики через Швейцарию в Москву и прилетел в город Чебоксары 16 марта. По прибытию у него были взяты мазки из носа и зева, и он был взят под медицинское наблюдение на карантин на 14 дней. Изолировался в собственном доме в городе Марпасад, ни с кем в контакт не вступал. Проявил сознательность, он сразу же уехал в Марпасад, хотя и живет в Чебоксарах. При обследовании, при лабораторном исследовании его мазков в Центре гигиены и эпидемиологии были выявлены сомнительные результаты. И начато противоэпидемическое мероприятие. Контактные взяты под медицинское наблюдение. В контакте он был с женой и двумя медицинскими работниками. Они тоже обследованы и изолируются на дому. Находятся под медицинским наблюдением. Кроме контактных и близких, у него еще есть контакты по самолету, где он также находился на двух бортах. Мы их всех выявили, списки получены по всем контактным. Это уже дальние контакты называются. Будет проводиться такая же работа. Они будут выявлены, обследованы лабораторно и изолированы. Хотелось бы добавить, что в республике проводится системная работа по выявлению лиц, таких, которые пребывали в иностранных государствах. В течение 14 дней после прибытия они находятся под медицинским наблюдением, изолируются и обследуются на лабораторно на новый коронавирус. В республике более 200 проб исследовано. Это первый случай нахождения такой пробы.